Вот и наступила осень, уже октябрь месяц, и температура воздуха опустилась ночью до плюс 3-5 градусов, днем около 10, и мы начинаем опрыскивать нашу голубику от болезней. Опрыскиваем по листу, проходя все кусты. Вот таким аккумуляторным опрыскивателем. Опрыскиваем мы препаратом Топсин. 30 грамм на 10 литров воды. Обязательно в теплую безветренную погоду, чтобы было сухо и чтобы наш препарат, вот видите на листочках, чтобы он впитался. Как раз сейчас погода позволяет обработать все наши кусты от заболеваний. Обязательно в безветренную погоду.